Дорогие друзья, коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу поговорить о расческах G39, да, и расческе 339. Значит, о чем я хочу вам сегодня рассказать? Значит, смотрите, отличия между этими расческами, как вы видите, практически нет. Да, то есть это все то же самое, это та же самая 339 расческа. Тот же самый цвет в плане, то есть и в 339 есть такой же белый, то есть здесь у нас просто розовый, да. Но основное отличие между этими двумя расческами, то, что вот вы видите, да, то есть вот тут на обушке, видите, рисочки, да, то есть для отмерения длин, чтобы вы могли легко замерить, сколько вы настригли, отстригли с одной стороны, да, сколько с другой. То есть здесь на розовый, как вы видите, да, то есть этого нет, да, так, собственно, и так же, как вот на остальных расческах, этого нет. То есть принципиальная разница только вот в этом. То есть также она гнется, также она выдерживает 220 нагрев, если вы используете утюг при работе, да, с данной расческой, да. Также эту расческу я рекомендую преподавателям, которые обучают учеников, чтобы приучали начинающих парикмахеров, чтобы они стригли идеально ровно с обеих сторон, чтобы формы их были идеальны с обеих сторон, чтобы было все ровненько у них идеально. Ну, вот. Значит, что еще? Что еще? Значит, данные расчески, в чем у них еще отличие? Ну, наверное, в принципе, и все, да, то есть гнутся они так же, да, то есть все то же самое, да, вот видите, количество, длина у них одинаковая, как вы видите, да, то есть зубцы у них тоже все здесь совпадает, вот, значит, это оригинальные расчески, то есть не думайте, что там вы где-то увидели, да, расческу тут какая-то G39, да, то есть какая-то там рисочки, непонятные, и вы помните, что так, что 339, как бы она была, но она белая. То есть это просто новая расческа для вот замеряния длин, как четко ровно вы отстригли с обеих сторон, сколько вы отрезали с одной стороны, сколько с другой. То есть оттягиваете прядочку, да, так замеряете, вот, да, то есть тут, к примеру, да, вот линеечка, да, так вот замерили, там, раз там сколько 6, к примеру, да, то есть с другой стороны у вас тоже должно быть 6. Вот, собственно, в чем отличие между G40, G39, да, вот 339 расчески. Вот, если это вам интересно, если вы любите, чтобы ваши стрижки были точные, да, то прям вот вообще до фанатизма, скажем, точно, да, чтобы все было идеально, ну, можете вот купить себе такую расческу с линейкой, вот такой вот. Будут вопросы, задавайте, буду рад вам ответить, пишите комментарии, отправлю вам расчески в любую точку Российской Федерации, как это сделать, также вам отвечу, пишите, спрашивайте, не стесняйтесь, всем привет, всем хороших, удачных, четких, ровных стрижек, пока!